Вообще даже я не ожидала. Думала, такая холодина будет после вчерашней ночи. А здесь красотина. Очень хорошо для организма, как вы перепали. Да. Когда днем жарко, а вечером попало, тогда хорошо. Дорогие друзья, сегодня у нас 25 октября 2023 года, второй день пребывания у нас Амерсай. Мы приехали на канатку. Здесь две канатки, одна вниз ведет, одна вверх. И мы как бы идем на ту канатку, которая вверх поднимает. Здесь тоже отель. Ведется строительство, тоже отели. Солнечные батареи уже на крышах установлены. Там, где люди вон стояли, это что, не канатка? Там же вон наверх отправляют. Мы, оказывается, ушли далеко. Толком не объяснили. Оказывается, вот в этом коричневом здании на первом этаже продаются билеты на канатку сначала, а потом туда идешь, очередь занимаешь. Да. Хочу вам показать скульптуры из камня и железной решетки оленей. Винные бочки. Они здесь буквы? Все, дайте мне ломать. Ну там, не знаю, там канаты сломают, застрянем там. Так не говорите, так и лучше. Под дерево тоже сделано, но это, скорее всего, не дерево, какой-то пластик. Как красиво оформлен ресторанчик один из ресторанчиков. Или медпункт это, что это такое? Медпункт, да? Это тоже ресторан. Ух ты, какой огромный бассейн был. Сломали. А здесь как красиво оформлена стена. Зашли в это темно-коричневое здание.
огромный коридор. Камера хранения здесь есть. Туалеты. И пункт. И билеты иду покупать. Баба здесь. Спортмагазин. Есть даже комната для молитв, кассы, прокат инвентаря. Здрасте. Ну, здесь тоже можно все купить. Сувенирчики какие. Имран, иди к бабе. Купил билеты, Имран? Да, скажи, вот тебе они. Вот они, билеты. Сколько стоит взрослый билет? Два. На троих взрослых обошлось 285 тысяч. А на него есть или нет? Нет, до 3 лет бесплатно. О. С 4 до 12 там детский тариф. Сколько? С 14 до какого-то возраста тоже еще три. Не знаешь, сколько стоит? Там, да? У них написано. Прайс есть, можете. А, ну ладно. Сюда. Сюда. На да, сайте идем. Тоже есть цены. Идем туда на холодно. Наверное, ледяной будет ветер и жара. Прям так мне нравятся такие скульптуры вообще. Оригинально. Горный козел. Это вообще медведь. Медведь, по-моему, или тигр? А, да? А хвост я не заметила. Нет, что-то. Угу, какой красивый, большой. Отсюда, наверное. А что, сразу все. Ой! Отсюда или оттуда? Вот, надо. Штрих-код. Так, куда? Сюда. Узы скули. Почему ты будешь прыгать? Им рано забыл. Ну, поехали. В горы едем, да, мы? Наташа, страшно? Да, я боюсь. Давай мне бумажку, я в карман уберу. Да, в горы едем.
уже кто-то там наверху остался. Поехали. Набираем скорость. Блин, ну уселись вы так, меня сюда кинули спину ехать, укачивающую самую. Ну сядьте сюда. Нет, я уже не встану с Аланом на руках. Ей же спина страшнее ехать. Ух ты. Классно. Быстрее. Ну, трасса едет. Чё, мы на одну сторону сели? Как-то так это, ты туда отсаживаешься. Да не, нормально. Это очень современный. Не нашего производства. Короче. Ну, страшненько, конечно. Не очень красиво. Не боишься, Имран? Имран ничего не боится. Ух ты. Ап-ап идем, да? Ап-ап. Вот еще одна колонка. Ой, столько колонок не заходит. Ой, она работает? Да, работает там. Видишь, лампочка моя? Вот я тебя не вижу, я не знаю, что я снимаю. Да, ничего, нормально. Че? Как давай? Ну скажи что-нибудь. Ну страшно, конечно, особенно если вниз смотришь, вверх смотришь, нормально. А когда трясет, так вообще, блин, очко играет. Ребята, кто слабонервный, лучше не садитесь. Это реально. Юра, привет. Привет, скажи. Я еду на канат. Алан. Вот Алан. Ой, все-таки хорошо, что кабинки придумали. Ну да. Потому что на такой двойной доехать вообще страшно. Как ты так снимаешь, не смотря, что ты снимаешь? Я так уже направляю, я же знаю. Ой, боже мой. Чуть-чуть еще окна были бы, да? Да, окна грязные. Могли бы почистить. Весь сезон сейчас они. Они сейчас, мне кажется, теряют деньги на воду на этих каналах, чем зарабатывать. 285. У них, наверное, есть этот пас волдей, который. Вообще такая цена, у канатов они дорогие. Разовые, чтобы подняться. Но обычно есть абонемент там, на день, на два. Да, скипас называется. И сколько хочешь раз поднимаешься. Это за границей так? Ну да. Ну это для тех, здесь кто тоже есть. Для лыжи. Да, я считаю, ты минимум 4 раза скачешь. Можно попить, дайте. Дюдю его не взяли, да? Дюдю взял. Взяли, дайте. Уже закладывать. Ну, вверх поднимаемся высоко. Мы же рисковые ребята. О, как трясет, в принципе. Кажется, я больше никогда не поеду. Ну так страшно. Вот если вас двоих с Катей посадить, у вас паника будет. С двумя детьми. Ну если сорвется, конечно, здесь все. Ты зачем это делаешь? Я не думаю, что здесь что-то останется от нас. Да. Нет, мы доедем хорошо, баба с вами. Все будет хорошо. Что там у тебя? Айка есть? Ожечка. Че, Вавочка, что ли, там? О, нам еще куда ехать? О, туда аж. Наташа? Да, видите, за холмом мы еще пиздец не какой. Мы ездили еще сюда разве? Да, мы ездили. Когда это мы ездили? Поднимались, по-моему, или с Аделей, я только понял. Я помню папу, Аделю и вас, по-моему, ездили сюда. Вместе. Адели когда прилетала, мы приехали сюда, помните? Ну, ребят, ездили, точно, да. Точно. Ну, здесь как поехали, страшно. Сейчас мы чуть-чуть вниз сейчас поедем. В обрыв мы идем. Наташа даже не смотрит вниз. Ты назад смотри, наверх. Я еще страшнее, когда я вижу эти вершины горы, чтобы выше них. Туда поедем. А сейчас ниже мы, сейчас вниз мы идем, Наташа. Чему как интересно. Это червак там? Что такое? Нет, какой-то бассейн. Ты чего, это не червак? Какой червак? Нет, конечно. Бассейн какой-то. Даже резервуар какой-то просто собрали. Там, видите, поля, видимо, сажают. Угу. Выращивай что-то. И вот да. Они эту воду используют для полива. Ой, о, боже мой, что? Что тебя обнять, что ли? Тебе чуть-чуть страшно, что ли? Не бойся. Моя рука бьет, обнимай. Да, держи. Держу. Не переживай. Мы с тобой сюда, ты поставишься, станешь, и мы с тобой будем на лыжах сюда приезжать. Да.
Когда большой вырастешь, мы вот так наверх будем подниматься, а потом вниз по снегу. А вот эти стойки, которые Миразис вот стоят же замотаны, это по-моему старая низкая канатка, да, наверное? Нет, это не канатка, это, по-моему, снегогенератор. А, как это понять? Убирает снег? Нет снега, чтобы если не хватает. Они, видите, именно возле ската трасса. А вот эта трасса, что ли, мы проезжаем, да? На трассе, ну да. Это основная цель этой канатки. А что они там стоят? Мы тоже остановимся. Они скажут, вы не хотите выйти и пересесть назад? Здесь, видимо, пит-стоп для вот этой трассы, чтобы по ней съехать. Да, да. Ну, вообще, да, мы с вами ехали здесь. Да, просто мы здесь зарекались. Мне как-то все с каждыми родами, мне все страшнее становится жить. Ответственность детей повышается. Катя же наша тоже, она же не боялась никогда. Вот когда ты бабушкой станешь, вот тогда ты поймешь, скажешь, а баба как ехала вообще? Ты что, боишься, что ли? Ну, когда едешь и думаешь о том, что все и дети здесь, и внуки здесь. На лыжах. Не, нам не надо выходить. Это здесь, короче, он как автобус, поняли? Он как остановка здесь. Если кто хотел здесь выйти, он здесь выходит. Мы идем наверх сами. А обратно как едут? Надо научим на лыжах. А здесь что-то я не вижу. А вижу, вон обратно. А лыжи выше кататься не будет. А, выше они едут. Вон обратно, выше протянусь. Сейчас мы отсюда наверх поедем опять. Сейчас вон канал по жопе даст. Нет, не даст. Здесь... Сзади смотри. Здесь параллельный этот. Да, я вижу. А здесь, видишь, стопы стоят? Здесь параллельные тросы. То есть основной трос по той же скорости, у него одинаковая скорость всегда, он идет. А мы сейчас съехали на параллельный трос. Причем впереди нас нет. Медленно едем. Сейчас пересядем на другой трос. Вот примерно прямо сейчас где-то. Вот, пересели. У нас колеса будет свиститься, сейчас мы разгонимся. Вот, да, вот пошел разгон. Опа, конкретный разгон. Наверх поедем. Мы просто вернулись на ту скорость основного тросика. На котором были. Не знаю, кто там эти горы покоряет. Нахер вам надо это? Переться, все существование человечества пытались все покорять горы. Да. Нету горы, которую мы не покорили. Ой, чё? Я не понимаю, что их покорять? Вот на Кайлас не зашли же? Вот я залез. Ну, блин, на Эверест зашли, на Эверест... на Кайлас нет. На Эверест 560 человек зашло. Да. Не считая, и среди них повторно по 3-4 раза есть те, которые поднимались. На Эверест, когда поднимаешься, 48 трупов по ним ориентируются, поднимаются. Ого. Тела не могут забрать, просто замерзли они все, лежат. Мумии. Вот трасса вот по ней складывается. А, вот эта трасса. Сегодня прям сделали. Это тоже баснословные деньги. Это все будет делать. Конечно. Вот мы с Имраном будем потом, когда сидим. Блин, ну так катаешься, ты же туда в обрыв можешь просто улететь к чертям собачьим. Да. Можешь, конечно, все можешь. Если не смотришь, не видишь. На велике тоже можешь споткнуться, об висок удариться и улететь. Нет, ну это другое, а здесь, вон смотри, ты же едешь на скорости, и ни ограждения, ничего нет. Не, есть ограждение, буду, сейчас нету просто. Есть ограждение? Мне кажется, нет. Есть. Может быть, у черной трассы нету самой крутой, но здесь... Было же сказать, здесь же умер человек, когда катался на лыжах. Он вот так вот в обрыв вылетел. Скандал, что нету ограждения. Папа, держите. По пьяни. Вот, смотри, прохладный воздух пошел. Хоть это вот успокаивает. Мамин инсинуочек. Я сейчас уже думаю о том, как обратно ехать. Так же? Так же страшно все это. Вы смотрите сейчас вниз, вам страшно. Вы, наверное, посмотрите, не так страшно. Мне еще страшнее. Вон сбоку посмотрите. А да, вниз кто смотрит, страшно. А так красиво все. Трассы, причем грамотные, чтобы ее не смывало, они, видите, прорезы такие сделали, чтобы вода скатывала сбоку и сбоку текла. И трещин не будет тогда, да, получается там? Вот, Имран, мы с тобой будем здесь кататься. Это классно. Когда умеешь кататься прям реально, и ты просто наслаждаешься этим процессом. Вначале, конечно, помучаемся мы с тобой. Папе надо вспомнить. Папа, кататься? Папа, вообще очень богатые люди здесь катаются. Ну да, здесь это... Поэтому надо его научить кататься, надо его гольф играть, научиться. Леон, откуда знает заместителя министерства
министр де дефонс, МВД, замминистр МВД Франции. Очень хорошо знаком. У него его дочь помогает ему какой-то там проект вести, там делать. Явно проект, она с этого проекта пятизначные цифры получает. Играя в гольф, он с одним знакомым играл в гольф. Он его позвал, вместе они играли в гольф и познакомились. Нетворкинг богачей, вот такой гольф, лыжи там и так далее. Поэтому его нужно научить. Он переговоры есть. Не в скучных офисах, что Фила сказал, слушайте, там, допустим, ему нужен человек, там, чтобы с ним законтрактовался. Вы видите, да, какая высота? В Куршевель. На лыжах покатаемся. Да, Наташа, тебе страшнее. Туда обратно ехать будет страшнее, чем подниматься. И обратно страшнее, ехать но... страшнее, подниматься страшно. Вон, смотри. И вы меня за спиной посадили. Не бойся. Обратно тоже за спиной посадили. Ой, чам, чам. Да, ой, смотри, как камушки здесь много. Смотри, как высоко уже, Иван. Давай посмотрим. Гору, оказывается, не так страшно. Вот я сейчас назад повернулась. Ого, думаю. Чтобы потерять их. Вторая пара точно. Еду, поднимаюсь спиной в гору. Угу. Так. Я так не представляю. Вот мне хватает того, что я вижу. 2070 всего лишь всех. Чинган сколько? 4000, да? Чинган такая высокая, да? Я не помню, чем. У нас же самый высокий чинган. Сколько он? 4000, по-моему. 4400 лет. Ну, это довольно очень высокая гора считается. Он чуть меньше Монблан. А Монблан самая высокая гора в Европе. Очень красиво. Зря мало, ладно, по-моему, лезет. Ну, вообще... Ладно, без разницы, он лежит. Нет, эти уши болеть могут от перепад давления. Но он пока спит. Ну, пока спит, а спит. Это да, все потом вылится дома же мне. Ну да. Дюдю есть. Ну, не дюдю, нет. Растительность, смотри, какая. Вообще никто им не мешает расти. Травка никто такая. Никто им не ест, они свободненько растут, смотри, как. Выжженные уже. Всю влагу потеряли. Там скоро еще придет. Один холм, я вот не помню сюда. Еще? Это было. Не конец? Вот не знаю, я или через него прям уже конец будет, или еще один потом сильно наверх будет. Я не поеду туда дальше, я выйду. Вы не сможете? Ты не сможешь. До конца уже, последняя станция, пик. Я не поеду больше уже. Я вот на те внизу смотрю домики, как они едут. Просто я представляю, как обратно еще ехать. Вот обратно, если ты сядешь лицом, вообще будет страшно, трэш. Лучше сядь спиной. Нет, он тоже боится, да? Притих. Не пугайте. А не, по-моему, все внутри. Ну, уснет сейчас просто. Да, вот она, уже все, станция. Приехали, смотри, снег в горе. На горе, Имранка. Смотри, как близко. Вот эти вот переходы просто страшновато. Да. Будете, все хорошо. Я не хочу обратно. Ну тогда вам скатиться надо? Нет, снега нет, как вам? Можем спасателей позвать. Я не знаю, я не хочу ехать. А ты глазки закроешь и поедем. Сейчас. Я Алана возьму, я уже снимать не буду. Потом счет фактуру отправим за вызов вертолета. Ну там люрта или что там, магазинчик какой-то. Вот все, приехали. О, боже мой. Это вы кого уронили? Бутылку? Ну, я может, не стоит. Можно было точно не брать все вещи. А даже вставать не надо, на этом же поедем. Куда вы встаете? Куда встаем? Не выйдем, что ли? Выйдем. А, вы выйдете хотите? Я не выдержу сейчас обратно ехать. Здрасте. Итак, мы вылезли из этой кабинки, наконец. Аж ноги какие-то как ватные все равно стали. Все, Наташа устала, на нервах. Хоть бы что он был. Мы на 2200 к бабушке играли.
Так. Посмотрим, что там есть. Пойдем. Идем. Наташ, ты посидишь? Посидишь? Или гулять пойдешь? Кафешка, если вы хотите перекусить, то есть кафешка. Смотрите, тем не менее, хотя бы один. Ну, да. Это будет у нас взять. Холодно, холодно, вообще ничего не холодно. Напугали, набрали вон кучу вещей мы. Фастфуд, да, написано. Угу. А вот она и 22.90. Что такое 22.90? Вот Наташа, которая вчера говорила, фиши не было. А, тоже из дерева все. Вечер на канат поднимется. А ты ей предложи, скажи, давай дубль 2. Смотрите, красота какая. Люди ставят тоже иностранную музыку. YouTube потом ругаться будет. Ну, я недолго, конечно, здесь постояла. Но все равно, может быть, уберу музыку, может быть, нет. Китайцы тут. А вниз посмотрите, как будет страшно. Вообще, я даже не представляю, как я выдержу. Обратно вот туда Наташе надо спиной точно ехать, наперед. Ну, я говорю, зря Наташка, интуиция у нее развитая, надо было не брать. Она уже это... Опытный водитель. Да. Угу. Да, да, дорожки, да?
Ну, дети будут постарше, будем ходить. Тоже железный, оцинкованный ресторанчик. О, дерево желаний! Сейчас возьму это. Телефон на телефоне, приближу горы. Арабы, что ли? Или пакистанцы? Высоте. Помните, я со стороны нашего коттеджа вам показывала эту гору? Кайлас, сказала. Вот она есть, Кайлас. Воздух, конечно, свежий, но нам зря сказали, что чтобы мы взяли теплые вещи, детские особенно. В принципе, в курточках, в олимпийках, в свитерочках терпимо. Только лишний груз забрали. А погода, говорит, здесь попрохладнее, наверху все-таки. Ну, все нормально. Снега сколько. Ну, в общем, ребята. С вами прощаться на сегодня еще не все. Почему? Потому что мы еще поедем на оленью ферму, но оленью ферму я вам покажу уже в следующих видео, потому что в одном видео уложить все это просто будет просто огромное видео, часа на 3-4. Поэтому я все это разобью и сделаю в несколько этапов, несколько серий. Назову наше посещение Амирсая с детьми. Так что смотрите, лайкайте, пишите, комментируйте. Всем пока-пока!